Привет, ребята! Сегодня обзор силиконовой приманки от компании Касадака. Бакси. Это имитация насекомого. Личинки так называемой веснянки. Очень правдоподобно сделана приманка. Вообще компания Касадака делает очень приличные приманки силиконовые, съедобного силикона. Обратите внимание, насколько детально проработано насекомое. Хвостик с отростками, лапки, 6 лапок, голова, туловище. Размер приманки 35 мм. В упаковке находится 20 приманок. Упаковка плотно закрывается на замок, так называемый zip. Приманки находятся в ванночке, пропитанной аттрактантом. Стойки. Рыбный запах, довольно привлекательный для хищника. Приманка ориентирована прежде всего на микроджиг, мормышинг. За счет своей миниатюрности и подвижности прекрасно анимируется. Главный потребитель, естественно, это окунь. Но как приятный бонус, поклевки мирных рыб. Карась. Лещ, крупная плотва, интересная приманка. Сейчас я вам продемонстрирую игру. На небольшой джиг-головке весом 1 грамм. Оптимально именно на шарнирные оснастки. Нанизана на крючок, насажена. Во время проводки эффектно подергивает лапками, шевеля приманкой по дну. Видите, хвостик отыгрывает на каждое движение приманки. И самое интересное, что она зависает над дном, за счет чего более заметно как хищнику, так и мирной рыбе. Возможно применение как для микроджига, так и на мормышке, для мормышинга. Очень живая приманочка. Подвижные сочленения генерируют очень живую игру приманки. Возможно, как проводка в толще воды пелагическая, так и придонная проводка, волочение по дну. Также возможно применение данной приманки на оснастках дропшот, джигрик, техасская, каролинская. Легко подергивая кончиком спиннинга, задаем анимацию. Приманка живо откликается на любое миниатюрное шевеление. Стоит упаковка всего 79 рублей, то есть в пересчете на одну приманку чуть менее 4 рублей. Очень демократичная, привлекательная цена, учитывая то, что брендовые приманки с такими же параметрами стоит раз в 5-6 дороже. Используя в крепких местах, даже если большой расход, очень экономически выгодная приманка. Пропитка очень стойкая, с рыбным запахом.
представлена в 10 базовых цветах. Естественно, это самые ходовые: машинное масло, красное. Также есть салатного цвета, белое, черное. Все основные цвета. Весит всего лишь 0,5 грамма, соответственно, с маленькой мормышкой не будет она искажать игру. Оптимально для микроджига, мормышинга. Всем спасибо за внимание. Обзор был подготовлен специально по заказу в магазин. До свидания.